Доброго времени суток, дорогие друзья, вашему вниманию попытка вежливого воздействия на заемщика, на должника, как они нас называют, и четкое конкретное парирование данной конкретной ситуации, полная неспособность ответить на простые человеческие вопросы. Давайте послушаем вместе, посмеемся. Итак, поехали. Здравствуйте. Меня зовут Галицкая Елена Александровна, специалист компании МБА Финансы. Ведется запись разговора. Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, с вами общаемся. Да. Очень приятно. Дмитрий Евгеньевич, дата рождения ваша 22-й? Да, зачем вы меня обманываете сразу? Почему? Я не знаю, почему, это к вам, опять же, вопрос. Ну, я... Вы сказали, что вам очень приятно. Вы посмотрели описание, с кем вы сейчас будете разговаривать. Приготовились к серьезному и неприятному разговору, а говорите, что вам очень приятно. Почему? Я понимаю, что это оборот речи. На чем вы почему-каете? Почему? Почему? Откуда я знаю, почему вы обманываете? Это только ваше вопрос. Мнение, сугубо личное ваше так, мнение. Мы с вами вдвоем, сейчас только наше с вами мнение здесь и актуально. Мое и ваше. У нас здесь не митинг. Дмитрий Евгеньевич, давайте ближе к сути. Давайте. Это... Только постарайтесь меня больше касается... не обманывать. Дмитрий Евгеньевич, это касается вашей просроченной задолженности перед ПАО «Банк ФК Открытие». Я знаю. Так, раз знаете, да, вас вам говорили о том, что сейчас по вашему кредиту банк предлагает вам произвести оплату по программе снижения финансовой нагрузки. А вам говорили, что я посылал это все в одно дальнее место посередине буква «У»? Суд. То есть, Дмитрий Евгеньевич, я так понимаю, что вы не настроены на общение, да, по оплате. По какой еще оплате? Зачем мне это нужно? Сами подумайте. Вот сейчас стою в автосалоне, покупаю BMW 5 серии за 1 000 000 рублей. Да, а вы предлагаете мне взять да, и отдать эти деньги в неизвестность. Вы что, с ума посходили там, Дмитрий, что ли? Дмитрий Евгеньевич. Значит, еще раз повторюсь, несмотря на то, что у вас довольно длительная просрочка, 883 дня, и сумма у вас немаленькая к оплате, 609 750 рублей 8 копеек, по программе снижения финансовой нагрузки вам предлагается оплатить 159 тысяч, то есть сэкономить себе денежные средства. Как сами считаете? Потому что, конечно, как сами считаете, мартышечки вы работу делаете или нет в данный конкретный момент времени? Как сами считаете, Дмитрий только Евгеньевич. По-честному? Просто скажите, как мне надоела эта работа? Я не намерена дальше вести диалог. Хорошо, ответьте на другой вопрос. Хорошая кого у меня работа, Дмитрий Евгеньевич. Кого вы больше ненавидите? Свою очень работу, хорошо. Меня или своего начальника? Который вас Дмитрий подставляет вот так вот. Давая вам вот автоматическом формате разговаривать. Вы не сами меня набрали. Хорошая работа, начнем с этого. Не, вас обманули, и вы заблуждаетесь. А судя это по тому, работой, что у вас такой долг, у вас... Работа не очень хорошая. Ну, всего позволяет доброго, мне машину за 1 000 000 покупать. Всего доброго. Это ради бога покупайте. Ну, а вы вот утверждаете. Да, вот так вот, друзья, вашему вниманию переговоры. Ну, бедняжка, конечно, расстроилась. Понятное дело, она хоть об этом и не сказала, но подумала о том, какую же ей зарплату платят за эту вот ту самую мартышечью работу. А, ну... Что? Кто на что учился, тот туда и пригодился. Но я, чтобы не развивать тему вот так вот жестоко по отношению к беднягам-коллекторам, обращусь к новым подписчикам нашего канала. Друзья, если у вас еще есть проблемы, если вы до сих пор не понимаете, не знаете, как разобраться, если вы свою ситуацию расцениваете как безвыходную, но я имею в виду ту ситуацию, которая связана с долгами по кредитам, то в первую очередь, что вам нужно, это подписаться на наш канал. Посмотреть с десяток как минимум роликов, успокоиться после этого, перейти на наш сайт. Ссылочка на сайт в описании этого любого другого ролика. Ну и для вашего же удобства есть в правом верхнем углу трансляции кликабельная подсказка. Она выходит. Вот она. Пройдите на наш сайт, посмотрите. Видео выложено на сайте.
алгоритм работы кредитных юристов компании «Алям». Да, компания «Алям» – это наша организация. Достаточно серьезная организация, один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Мы работаем по всем городам России, где бы вы ни находились. Как мы умудряемся это делать? Пожалуйста, еще раз переадресую вас на наше видео на сайте. Посмотрите и оставляйте заявочку. Еще раз повторю, оставлять заявку на обратный звонок нужно только после того, как вы посмотрите видео. Это для вашего же удобства, комфорта, чтобы вы понимали, что мы для вас делаем, какую работу проведем и к чему вас приведем в итоге. Вот. Ну, в двух словах, мы вас освободим от этого рабства, бесконечного ощущения, что вы кому-то что-то должны. Причем освободим это в соответствии со строго законными методами. Вот. У нас опыт достаточно серьезный в этом отношении. Сотни клиентов мы уже, скажем так, обслужили, и они очень довольны. Ссылку можете, кстати говоря, комментарии, отзывы клиентов также на сайте увидеть. Ну и опять же, кто поближе хочет с руководителем компании познакомиться, есть целый плейлист его обращений подписчикам, слушателям, клиентам компании «Алям». В правом верхнем углу видеотрансляции теперь выходит подсказочка кликабельная на плейлист, где несколько десятков обращений выложено отдельными роликами. Вот она, эта ссылка. Посмотрите и тоже получите очень много ответов на свои вопросы. К чему я вас хочу призвать? Ну, во-первых, не нужно бояться, не нужно трястись, нужно взвешивать все те аргументы, которые вам преподносят. Ну, аргументы, я их называю только лишь в кавычках, по-другому никак. Все это вранье, рассчитанное на ваше незнание и страх. Только так и никак иначе. Разберитесь во всем, примите то самое важное, верное решение и хватит жить в долгах. Смотрите видео на нашем сайте. Еще раз, в очередной раз для вашего удобства, в правом верхнем углу выходит кликабельная подсказка. Посмотрите, пожалуйста, видео. Вот эта подсказка. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого не сделали. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании этого либо любого другого ролика. Все ролики с YouTube-канала дублируются у нас ВКонтакте. Очень много дополнительной информации также есть в группе ВКонтакте. Ну, для уже преданных подписчиков, конечно же, очередная моя просьба, пожалуйста, поделитесь этим роликом в сетях и, конечно же, ставьте лайк, если понравился ролик. С вами был Кузнецов Дмитрий. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.